ну что, заход следующий. Deep Rock Galactic Survivor. И что там у нас? Скаут. Рекон, давайте посмотрим, что там ему нужно. Апгрейд Нишанка. 18 уровень, ни хрена себе. Майлстоун, чтобы получить эту Нишанку. Что нам нужно это сделать для начала? Па-па-па-па. А, ну это 12 уровень, там это 12 уровень. Мы сделали. Делали. Где у нас Нишанка? Нищанка. Вот. А мы пока еще не получали ни хрена. Где реворд? Давайте посмотрим на реворд. А, 15 уровень скаутом. А, ну так скоро будет. Вон, видите. Вот реально я не могу этим. Тут надо сразу же брать какое-то другое оружие и херачить. Сильно-сильно. Давайте этим попробуем. В элементальный урон. О, вот видите, сразу же какая-то. Чё сломалось? Чёрт. Хе-хе, сломалось. Давайте попробуем еще раз. Find the dreadnought. Eliminate the dreadnought. Return in time for sandwiches and beers. You can do this alone. Да. Ну тут, слава богу, нет никаких этих 35 максов. Наперед надо брать, что ли? Эй. Roger that. Supplies are coming. Так. Ну давайте тогда вот этот вот. This looks nice. Ну, блин, что-то вы как-то так. Ладно, хрен с ним. Ну, что-то даже нормально пошло. Prepare to fight for your life. A big swarm is approaching. А вот там маленькие не могут пробраться. Давайте. Mm-hmm.
I've been waiting to get this one. Что-то у меня какой-то интересный диск получается. Да, и тут получается, что вроде как они должны быть равноценны по урону и прочее такое. Но вот этот вот Жуков и Жуков SMG и этот автомат, они не равноценны. Потому что тут требуется гораздо больше пуль. Это как в этом с Саламанкой Гусом или как-то в Breaking Bad, там этот негр. Ты считаешь, что мы на одинаковых уровнях, но мы нет. То же самое, как этот автомат и Руков, они вроде как должны быть одинаково хорошими стартовыми оружиями, но нет, это не так. Это вообще не так. Эй-эй.
This looks nice. Повелителем буль. Кажется, непонятно, вы дохнете там или не дохнете. Бот вообще такой расслабленный. I wanted this so bad.
I've been waiting to get this one. Satisfied. The drop pod is arriving. Get moving. It won't hang around. Gather up your beard and get onto that diving drop deeper. Pod. It's about taking to leave. You to stage two. Oh, жестяк какая-то, блин. Сколько так можно так вот это вот? Бегать туда-сюда вокруг. Ну, наверное, все-таки это дэмэдж. Давай, 45 еще. I'll put it to good use. Сюда и сюда. This looks so badass. Так. Так, так, так. Ну что же. Load up and get going, miner. We have quotas to fulfill. Да-да, куда-то побежал-то. This place is almost nice if you're lost. Так. You fuck looted! Detected. Get ready. They'll be with you shortly. You're cute. You're dead. Наверное, да. If this doesn't bring the pain, I'm retiring. Just kidding, it will. Supply drop has been ordered and is on the way. Это не сформа, это так себе, да? И мы идем. Блин. Скажем. Что-то тактика такая забавная. Thank you.
Красная цвета. Позабыла боли. Цветочек. Объектив completed. Excellent job. Ей. Ну что делать? Вот это тут непонятно очень. У меня fire damage есть, у меня fire damage нету, поэтому. Мадрид, Мадрид. Умели, ребят. Блин, цепитесь. Дайте мне, дайте мне, дайте мне, дайте мне. Выйти, 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 выйти. Тейзер отсасывает. Ну, блять, ну пиздец, да? Ну просто по всем мочит, а толку от этого никакого.
Ну ладно, спасибо за то, что смотрели. И да, в общем, немножко разочарован. Хотелось там, я думал, что хоть что с каким-то прогрессом миссии этот тейзер начнет показывать себя, какие-то вот эти оружия массового уничтожения. Но нет, они нифига не себя не показывают, и ты слабенько стреляешь из них. В общем-то, как-то видно, баланса еще тут ни хрена и нету. Как-то так. Ладушки, спасибо за то, что смотрели, и увидимся в этой, может быть, или какой-нибудь другой игре. А пока подписывайтесь на наши Discord-каналы по Homeworld и по кооперативкам, на мои соцсети. И лайкайте, подписывайтесь, шарьте, донатьте, все, что в ваших силах. Мне будет все приятно. Все, пока.